Так, мы начинаем. Всем привет, меня зовут Филипп. Давайте так. Сейчас поднимут руки те, кто хочет играть. Пять человек. Тогда. Пошли играть. Тогда пошли играть. Сейчас я кое-что расскажу вам. Пожалуйста, опустите руки. Так вот. Это Roblox. Да-да. Поднимите руки те, кто знает, как играть совместно. Еще раз что? Поднимите руки те, кто знает, как играть совместно. Те, кто не знает, если тут вообще такие есть. То это делается так. Добавляйте в друзья того, с кем вы хотите играть. В нашем случае это вот это. Вот я. Вот мое имя. Вводите сюда его. У нас... Ой, не то. Вводите вот сюда его. Я не знаю, тут просто меня вроде нет. Вот вы здесь находите вот такого вот. Сейчас. Смотрите. Знаете, берете, вот, вписываете сюда мой ник, я здесь у вас появляюсь, и нажимаете Add Friend. Все. Все прекрасно, все, всем пользуюсь, все такое. Простите, пожалуйста, я сейчас ввела, но мне ничего не выдало. Что ты ввела? Я знаю, в чем есть проблема. Ник. Если ты играешь на компьютере, то там есть кнопочка «Ан». И в играх и в друзьях ты должна нажать «В друзьях», то есть «В пипу». Я просто не знаю, я никогда не играл на телефоне. Вспомнил. Я на компьютере больше играю. А я вообще только на компьютере. Так вот, знаете, здесь у вас появится мой логотип. Вот такое вот и мое имя. Космос. Вот здесь вот. Вы нажимаете на мое имя. Я вам дала ссылку на друзья. Хорошо. И вот здесь вот join. Всем понятно? Всем понятно. Ты вроде бы у меня в друзьях, да, то мне в друзьях. Вроде бы. А какой у тебя ник? Арлотек. Арлотек? Да. Я помню. Ну, это все... вроде бы... Был, но я забыл тебя. Ах,
Может, вот я такая, школьник, я такая с зелеными волосами и маской мишки. А, вот. Вижу. Да. А, так вот. А, вот. Я вас добавила. А, где? А, какой ученик? Какой ник у тебя? Не знаю. Ты меня только что добавила? Или когда-то давным-давно? У меня там значок, как будто песочные часы. Когда мы будем играть в Roblox? Мы сейчас будем играть в Roblox, когда все добавят меня в друзья. А, прошу прощения, можно я кое-что предложу? А после того, как все добавятся к тебе, давайте все вместе пойдем в Bear Alpha. Я не знаю, что это такое. Я могу зайти туда, а потом ты через меня... А в Tower of Hell можем поиграть? Tower of Hell. Так вот. Покажи еще раз свой ник, я не запомнила что-то. Вот он мой ник. Всем привет. Я тут. Мам! Так, а мороз у меня перена голову. Я вас добавила. А почему у меня не получается? Вот я пишу, а тут написано, что не найдено. Ты, если играешь на компьютере, то ты выбираешь people, а не игры. Я тебе, Филипп, там бросил вызов. Почему? А почему ты отклонил? Я не отклонял. Если ты нажал случайно на игнор, это отклонись. Как надо играть? Что? Сейчас проверю. Как надо играть? Марко, повтори еще раз, просто я не услышу. Как играть? Да у меня вас нету в друзьях. А, меня только дрондируют. Я добавила вас в друзья. Сейчас, секундочку. Целомоза. Где играть? Где ссылка вообще? Я не понял ничего. Я только ноль. Какая ссылка? Спокойно. Ребят, чуть-чуть поспокойнее. Общаемся, пожалуйста. Подождите-ка. Как играть? На компьютере или на планшете? Как угодно. Можно и там играть. На планшете можно. Так, Марка, говори, пожалуйста, спокойнее. А отвечает у нас Филипп, потому что он ведущий. Не перебиваем. Спасибо. Хорошо. Можно играть на планшете вообще? Можно. Ура! Вот у меня телефон, и я не понимаю, как вот добавлять. Я просто недавно начала играть. Я не знаю, как на телефоне. Я никогда не играл на телефоне. Я знаю, как. Говори. Смотри, у тебя должна быть такая кнопочка. Ну, сама. У тебя есть такая лупа? Там... Да. Я знаю, где начать. Я пишу, там нос. И вот делаю опять искать, а тут у меня но results throw. Текст, у тебя смотри, если у тебя так не получается, то у тебя должна быть такая последняя кнопочка, вроде бы три точки, или где settings, и там должно написано big friends. Ты на этот friends нажимаешь, и у тебя появляется... Такая результаты, где надо искать. Если что, я вам кину предлог.
в друзья. Я тоже. Проверю. Но я не вижу. Ребята, какой Roblox надо закачивать? Какое угодно. Какое угодно, даже старую версию? Нет, старую не надо. А как вы... Самую новую. Пролистайте немножечко вниз. Пролистайте немножечко вниз? Где пролистать? Я Филиппу сказал. Ну, пролистал. Пролистайте чуть вниз, типа там будут такие стрелки. Вот. Стрелочка вот эта? Да. Можешь ты меня найти? И вот только я вас не вижу. Так, ну давай, Макс, включай мне планшет. Там так. Я была не принята в друзьях. Давайте так, каждый, кто послал мне запрос, напишет в чате в Зуме свое имя. Хорошо? Я жду. А мы во что играть будем? Лишим. Если что, я написал. Дай мне. У меня по-английски Дамир Григ. Это я просто имя написал. Ты бы так и сказал. Да. Потому что я этого не знаю. Да. Я вот. Написала. Дамир Григ. Но только у меня Дамир с маленькой буквой. Все с маленькой буквой пишется. Дамир Григ. Черт. Дамир Григ. Вот Дамир Григ. Да, вот Дамир Григ, вот это. Все, я тебя добавил. Тотика, я хочу добавить. Окей, я тебя... Так, ты меня уже добавил. Окей. Буду надеяться, что ты помнишь, как заходить. Что? Я хочу добавить Дамир Григ с Тотика. Дамир Григ пишется с маленькой буквы. Хорошо. А Григ вместе. Я написала вам в личные сообщения свой ник. Хорошо. Прекрасно, нет? Хорошо. Все. Добавил. Настя. Я его коснусь. А нет такого Дамир Григ? Меня. Дамир Григ такой справа, такой ручкой железной. И лицо улыбающееся с... Я знаю, там... я видел его. Ну, блин. Там надо все заглавных букв писать, Настёна. Согласны? Как вас добавить вообще? Подождите. А просто там, где у тебя друзья, там,
там слева, да, эта кнопочка Add Friend. И вот ты на нее нажимаешь. У меня нету такой кнопочки, я на планшете. На планшете? Да. А можешь показать экран планшета только? Ну ты типа уже нажал на эту кнопочку. Да? Ну да, ну и надо там ввести ник игрока. Ну давай-ка, какой у тебя ник? У меня ник Дамир Грик. Д пишется с маленькой буквы. Там по-английски с заглавными буквами. А. Да, у меня по-английски. Григ. Григ у меня вместе. Да, Григ. Да, Григ. Григ. Г, блин. Покажи свое лицо, я забыл. Лицо? Да. Вот, если что, подсказка. Вот этот. Хорошо. Дамир Григо. Правда, у меня... О! О! Все! 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 Вот! Все, все! Спасибо за подсказку. Все, я тебе дам. Вы по первой части это не можете? Что? А, так. Кто-то мне... А, вот. Это ты Марко добавил меня. Марко 5-5-50-54. Принимаю. Эй, что это было? Подождите-ка, давайте-ка я сыграем в вот эту музыкальную игру. Там Настёна 8732 пишется как Настёна по-русски, только по-английски за главными буквами. О! Напиши в чат Зума свой ник. Я написала уже. А когда мы будем играть? Да, добавим. Давайте-ка поиграем в музыкальную игру. А и давайте в Tower of Hill. Давайте в Tower of Hill. Нет, давайте в Adopt. Давайте порешим после того, как всех добавим. Ок. Ладно, я сейчас проверю в Adopt обновление. А ничего интересного. Филипп, последняя N не такая, как написано в чате. Ах, ну да, я... Ребят, ну давайте-ка поиграем, у вас что-то уже... Мы подождем, когда Филипп это скажет. Сейчас занятие, которое ведет Филипп. Подождите, когда он сделает то, что... Хорошо. Он сделает, он вам... Все меня добавили? Да. Все. Все прекрасно. Начинаем. Играть. Сейчас. Музыкальную игру. Я напоминаю. Давайте в Tower of Hill. Я напоминаю, как играть. Нажимаем на мое имя в своих друзьях. И вот join, вот сюда. Все понятно. Все. Демонстрацию включаю. И мы начинаем играть. Во что вы играете? Вы идете, узнаете. А если я не хочу в это играть? Пойдем в другое. У меня нет его в друзьях. Меня? Нет, ты у меня есть. Но у меня нет этого мальчика. А, поняла, придумала. Какого мальчика? Ну, на которого ты зашел в сервер. Так не надо заходить на него, надо заходить на меня. Это я для примера, я же сказал. А, поняла. Спасибо. А ты ни во что не играешь сейчас? Я потому что еще разговариваю с вами. Ребят, во что вы играете? Между прочим, у нас 38 минут осталось на игру. Во что вы играете?
Я скажу, когда начнем. Мы уже вроде бы начали. Нет, я не начал. Давайте-ка быстрее. Я уже начинаю. Я уже нажал на играть. Все, я играю. А что вы играете? По Филиппу. А что вы играете? Во что-то. Ну во что? Ну скажите, реально. Roll Wizard. Что? Я сказал, во что я играю. Roll Wizard. А где ты сейчас? Классно играем. Я? Главное так. Выбирайте какой факультет. Факультет? Да. Ты какой выбрал? Я так. Никакой. А что вы играете уже? Roll Wizard. Неважно. Просто заходите через друзей, а не через игру. Я выбрал синюю птичку. Это Октавранд. Если ты говоришь. Ну, просто некоторые не умеют читать по-английски. Я летающий на метле лысый чувак. А Дамир Григ где? Я сейчас захожу по Филиппу, у меня загрузка игры. У меня уже Welcome to Roll Wizard и очень долгая загрузка. У меня тоже постоянно. Она медленная. Я знаю, что она медленная, у меня она тоже медленная. А ну а что вы играете вообще, реально? Я же сказал уже, Roll Wizard. Так, это по-английски игра называется, Марко. Roll Wizard. Всё, у меня загрузилось. Roll Wizard. Конец. Ты выбрал Равенс, Ворона? Да. Roll Wizard, да? О, здрасте, я над вами летаю, Орлотек. Где? А почему у меня такое тело? Подождите-ка, Визард. Ну, здравствуйте. А как мне другое тело взять? Я не хочу такое. Ну, это... у тебя там справа будет синяя колонка, там наверху шляпка. И на нее нажимаешь, там у тебя справа... Ну, там у тебя... Аутфит. А если я не хочу такое тело? А тут тело другое сделать. У меня долго загружается. Почти час будет загружаться. Roll Wizard, да? Yes, Roll Wizard. А можно мне... Можно я... Нет, не надо искать в поиске. Алло, я же сказал. Это не так делается. Это... Это не так делается. Будем надеяться, что все. Повезло. Что делать в этой игре? Какая картинка? Синяя ворона. Синяя ворона? Покажите-ка. А синяя ворона? Повезло. А что тут делать? Колдовать. Как? Покажи. А покажите-ка синюю ворону. Слева внизу есть такая вот штука. Мне не очень нравится эта игра. А? Мне не очень нравится эта игра. Ладно, сейчас пойдем в другую. О. Я лечу. А давайте в Tower of Hell. Хорошо. Я сейчас зайду в нее. Как называется? Или в Adopt Me, или в Tower of Hell. Как называется игра? Бобби! Игра? Да мы сейчас уже уходим из этой игры, так что не волнуйтесь.
Сейчас за мной зайдете, это Тауэрхилл, она очень популярна. Тауэрхилл очень непопулярна, честно, 100%. Тауэрхилл? Пожалуйста, давайте сейчас. Я выхожу, и мы заходим в другую игру. Какую игру? Я скажу. За мной зайди, я в ней. Я скажу, в какую. Давайте в игру музыкальную. Как она называется хотя бы? Ну, называется она вот это вот. Сейчас. Непонятно, какая игра. Re-a-dance, peace, basi-jal, fundof. Я думаю, нет. Я ненавижу это. Я в Tower of Hell не буду играть. Она сложная? Да, она для меня очень сложнейшая. Ладно, давайте тогда какую-нибудь другую игру. Она моя любимая. Давайте, давайте в... Половина людей вроде бы хотели в Adopt Me. Давайте в Jailbreak. Нет, давайте в Adopt. Давайте в Mad City, потому что у меня джейлбрейк лагает. Хорошо, давайте в Adopt Me. Давай кто-нибудь из моих друзей... Я сейчас зайду. Хорошо, давай. Сейчас зайду. Давай, Зончик, заходи. В игру мы будем играть. Все, я уже зашла в игру. Это не имеет значения, в какую. Будем играть. Ты просто заходи за мной, пожалуйста. В какую мы будем игру играть? Просто зайди! Я тебе не записал. Не записал. Просто зайди за Филиппом. И все. Хорошо. Зашел за Филиппом. Если будете орать, то у меня уши заложат. Я играю это. Мистер Остров, ты уже зашел в игру? Ребята! Я захожу. Я уже зашла. Сейчас я к тебе телепортну и быстренько. Какую вы игру играете? Я только-только зашел. Какую игру вы сейчас играете? Это не имеет значения. Просто за мной заходи. Все. Ты уже загрузил? Я захожу. Текст, я захожу. Я телепортируюсь к Филиппу. Какую вы игру играете? Да это не имеет значения. Ну, ответьте человеку, если он вас 10 минут одно и то же спрашивает, можно ответить? Мы как уже называется игра? Adopt Me. Хорошо. Ответил? Все. Марко, ты получил ответ на свой вопрос? Нет. Филипп, спокойно и четко сообщи, пожалуйста, название игры. Adopt Me. Какой игру? Да, это ответ на твой вопрос. Как называется игра, в которую играют ребята? Да, все. А теперь я ответил. Я. Ну, вы играете никого. Дети заходят за другом. Вы для этого сейчас обменивались никами, и Филипп принял вас всех в друзья. Ну, так должно было произойти. Теперь один человек заходит в эту игру, все остальные за ним. Правильно? Тут уже три человека. Филипп, для чего ты мне дал трейд квест? Кого? Где Филипп? Где? Это я дала. Смотри, чат. Чат. По-твоему, никакой. Марко 50-54. Да, Марко 50-54. А может быть, ко мне домой, мне пошире? Пошли ко мне. Я не знаю, кто я, но я хозяин моего маленького дома, и я могу открывать... Мой дом рядом, он черный. Так я сейчас свой быстренько обставлю вещами, у меня я его... О, я свой ник отправил. А в смысле ник отправил? Я не знаю, кого это дом, но он красивый. Ты до сих пор меня не добавил? Это мой дом.
А сейчас его быстренько обустрою. Марк, то есть ты до сих пор меня не добавил? Да. О, Господи. А ты отправил запрос мне? Сейчас я тебя добавлю. Кстати, Арлатек, я тебя вижу. Ну, я вижу твой дом, точнее. Тут дверь открыта. Так, значит, 8, 7, 3, 2. О, Господи, не появляйся передо мной неожиданно. Если что-то я появился. Я не знаю, где это. Вот это класс! Филипп, у тебя есть легендарки какие-то? Я впервые играю в эту игру. Как ты думаешь? Ну да, ты никогда не донатил. Эй, ребята! Вы меня нашли? А я не знаю, как я мог тебя найти? В чате, конечно же. В моем... чате. В чате. Я не умею. Филипп, тебе дать пэта? Что? Тебе а дать пэта? Вы играете, блин! Да. Марко, не надо кричать. Вам уже ответили, как называется игра. Как? Филипп, повтори, пожалуйста, для Марко название игры. Игра называется Adopt Me. Может мне кто-то какого-то легендарного пэта? Английский? Легендарного пэта? По-английски? Филипп, по-английски называется игра? Да. Adopt me. Как? Adopt me. С большой буквы? Да. С большой буквы? Неважно. Филипп, я хотела тебе дельфина дать. Ну, давай тогда. Какая картинка там? О, Господи. За мной бегает что-то. У меня вот есть краб, кому продавать? Там картинка какая? У меня тоже есть краб. Там какая картинка? У меня есть яйцо. У меня есть металл окс, райт лягушка. Короче, мне много. Какая картинка? Райт у меня есть. Жажда. Вон. Какая картинка еще? Да. Мне надо выход. Вот, я не понимаю, надо вот этих вот пэтов. Мне надо подкрепление на замену. Ну как называется? Ну блин, какая картинка? Эй! Какая еще картинка? Я тебя не понимаю. Кабанка, что ли? Что это? Картинка должна быть. Чего? Картинка? Да, в Роблоксе. Вот. Картинка? Скажи. Я не знаю. Может, кто-то другой скажет, потому что я не знаю. Я знаю. Там такой зайчик на фоне таких, ну, такого поля небольшого.
И там написано Adopt Me с отрицательным знаком. О, Господи. Стоим около края реки. Вот мой краб уже подросток. Класс. Дельфин бесплатно. Что? Окей, спасибо. Я специально всех фотов продал. Специально. Вот, все. А, дельфин только с яйца выпадается. Не догонишь, дельфинчик. А. Теперь у всех дельфины. О, Господи! Как забрались сюда? Никак. Нот. Это нот. Все, я уже улетел. Я пошел к себе домой. Можно поиграть в Tower of Hell? Мы уже хотели в него играть, но уже передумали. Уже было. What is this? Это? Я могу это тебе дать. Прикольно, у меня 330 баш. За штука. Это машина. Вау. А, сейчас подожди. У меня две таких есть. О май гад. Помогите. У меня тоже такое есть. Мне страшно. Чего страшного-то? Не знаю. Это просто машина. Я не знаю, я застрял. Где? В этой машине. Где? Постом. Сейчас. Иду. Ого, класс, у меня машина. Я застрял под кораблем. Под кораблем? Да. Нашла, дай мне идти посмотреть. Корабль. Сейчас, подожди. Корабль тонет? Нет, корабль с веревками и винтом. Винтом? Да. Но я возле корабля сейчас, но я не вижу, тебя. Он рядом с мостом. С мостом. Он рядом с мостом. Ну вот. Да, я вижу. Я возле корабля, только я тебя не вижу. Я могу телепортировать. Я под ним. А. Я под ним застрял. Ау. Настя. Что вы... Джамп. Прыгни. Ну, прыгнул. Класс, вы попали в этот пузырь. Да. Просто иди дороже и потом еще раз достай. Достань меня. Я пойду вон туда. Это надо купить. Вообще-то. Я куплю. Садитесь. Так, я сейчас только на своей тачуле отправляюсь. Так, все.
Надо одну минуту ждать. Так, сейчас, походу, я отправляю себе домой, потому что у меня ход спринг и... Или что, мы будем лететь на замок? Я сейчас только еду к себе домой, если что. Через 30 секунд. Уи! Так. Скоро поедем. У меня прекрасный... У меня вот прекраснейший дом. Мы сейчас поедем, если что. Все. Возьму своего дельфинчика и накормлю. О, Господи, помогите! А кто-нибудь приедет ко мне домой? У меня такой дом с дверью наверху. Я все понимаю, что у меня все нормально, но не настолько же. О, у меня 4 задания. Попить дельфин. Он быстро плывет. Дельфин. Ладно, я думаю, пора. Что? Господи, что это? Иди за мной, иди за мной. Флип. Так, сейчас его бедненького дельфинчика. Флип, иди за мной. Окей. Okay. Так, ладно, ну сейчас, походу, дельфина посажу и поеду. Я ход... А, я еще помыть забыл его. Дельфинчик такой миленький. Миленький дельфинчик. Тут, смотри, нажми тот. Сейчас. Потом прыгни. Все, полетело. Дельфин. Прекрасно. А кто со мной пойдет в ход? А как спрыгнуть? Надо ждать, пока оторвется. А хочешь ко мне домой? Не знаю. Бабах, испарение уже пришло. У меня машина есть. У меня... Сейчас, подожди. Садись. Я не знаю, как в нее садиться. Вот. Только тут два места, и все. Мы едем ко мне домой. У меня такой вопрос. Как эта машина из картона еще не сломалась? Не знаю. Это логика игры. Прыгни. Заходи. Я так-то не закончила дом только. Мне надо... У меня тут пару вещей. Я только лампочку в свой дом поставила. Кто со мной в Hot Spring? Я жду, если что. Я Окей. уже вошел. Да? Лампа! Можно, пожалуйста, выключить музыку? Иди, это... куда идешь? Это моя любимая комната. Кухня. Кухня моя. О, Господи. Я тебе экскурсию приведу. Хорошо. Идем. Что? Я тебе экскурсию приведу. Я знаю. Так что накрутишься? Я прекрасно выгляжу.
Да. Это ванная. Заметно. Выходим. Там, тут бассейн, только я его не закончила. Почему здесь из стены торчит что-то? Я не знаю, там танцевать. Тут я не знаю, почему тут это висит. Но да. Идемте. One second. Что это? One second, let's go. Let's go. Ой, я вышла из дома. Я не знаю, почему. I don't know. Сейчас, телепортируюсь к тебе. О. You know English? Помогите. Куда вы идете? Филипп, идем. А что, куда? Наверх. Они на улице. Иди обратно. Я случайно. Я тоже случайно вышла в прошлый раз. Что это за чикен такой у вас? Вот, теперь идем. Я детскую комнату тоже не закончила. Ну, как бы, все нам можно построить. О, господи. Я чуть не влезла сейчас в потолок. А, типа за дельфином можно в 2 баксов получить. И теперь еще есть просто спальня. Спальня. Окей. Бэйби-ром? Что это за бэйби-ром? Господи, почему везде все? Клип. А? Посмотри на это, сейчас, подожди. Ого. Так. Ау. Ой, я хочу. Гарри Поттер. Гарри Поттер. Я хочу. Я хочу такое. Мое. Лампады, вортов и твор. Как это заполучить? Вот. Как это взять? Алло. Кто? Говори. Как вот этого октопуса взять? Ну, как бы его надо, типа, купить или его трейдиться? А за сколько монет надо? Это не за монеты, это за рубаксы. Oh. Нет, а за сколько? Ну да, это заработало. А то я не знаю, за сколько. А как он на тебя появился? А, я его трейдила. Так что, ну, есть еще один способ, как его получить. Если у тебя будет 750 coins, то ты можешь купить яйцо, и потом может вылупиться. Такое. Давайте телепортируемся ко мне сейчас, подожди. Через секунду. А я не знаю, как телепортироваться. У тебя есть экран, типа такой френд? А, не вижу. О, френд. А, вижу. Да, вижу. И потом там должен быть мой ник, а потом телепорт. А я забыл, как тебя зовут. А, как бы, я не знаю, как тебе показать. Филипп, можешь здесь наслаждаться? Зайти в инвентарь, и потом видишь там, где пэты, нажми на вот это, плюсик, и потом yes. А кто это сейчас экскурсию ведет? Что? Какую экскурсию? А, Эстелла, а где у тебя кровать для пэта? На самом верху, где...
Вадлрим. Кто такой Дамир Григ? Кто это? Где он? О, здрасте. О, это я. Привет. Здравствуйте, Дамир Григ. Телепортироваться, но вот так я не вижу. Голдрон, что ли? О, господи, где я? О, привет. Здрасте. Идем. Я маленькая. Идем, идем, я маленькая. Гоу. Ой, я маленькая тут. Так, сейчас, подожди. Вот, тут яйца покупаешь, и потом... Я знаю, где яйца покупать. Но как ты самая маленькая? Вспомнил, это так делать. Я сейчас, походу, буду яйцо покупать какое-то. Добренько. И то добренько. Вот так вот это делается. Мне кто-то унесил. Он нас... Ну да, и типа, если ты купишь вот это яйцо, то есть шанс, что ты выпьешь вот этого пэта. Есть шанс, в принципе. Да нет, нет, у меня нет. Но это прекрасный питомец. А знаешь, чем он плох? Тем, что летать на нем можно только через рабаться. Ну да, но я могу на нем райд. Может, у меня там есть. Может, когда я его затрейдила, то он уже был райд. Так, а можешь ко мне подойти? Я тебя потерял. Я? Я могу тебя телепортироваться по тебе. Могу телепортироваться. Я? Вот, Пред. Господи! Господи, кто? А какой он? А, он обычный. Кто-то взял меня, говорит, что он даст мне это сладость. Я к тебе телепортируюсь. Я тоже к этому Филиппу телепортируюсь. Я скажу, когда телепортироваться. Я буду телепортироваться каждую миллисекунду. Почему? Не знаю. Не спрашивайте. Филипп, ты что, на гору забрался? Нет. Чач, телепортируйся. О, привет. I'm here. Что это? Это что за клоун такой был? Okay. Где клоун? Ок. Этот клоун был. Клоун. Я большой встану. Так, окей. Okay. Я могу сказать. Филипп. Ты хочешь машину? Ты хочешь машину? Да, хочу. Ок. У меня она и есть. Сейчас, подожди, я тебе дам. Я вот такую тебе дам. Вот такая машинка у меня есть. Спасибо. Ребята, у нас остается... Я тебе яйцо дам. Филипп, ты меня слышишь? Да. Филипп? Да. 3 минуты остается у нас. Я знаю, я видела. Хорошо. Но мы все равно можем играть, да? Да. Я не смогу играть, я пойду на Зеленский. Я так и не вижу. Сейчас. Это транспорт у меня. О! У меня остался этот шар. Это что такое вообще? Это моя машина. Роблокс. Еще у меня остался этот шар. Ну, это зум. Мама разрешила. Ой, ё-моё, мой шар стал чёрным. Кстати, кто хочет покататься на этой машине? На этой машине? Вот прикольно. Я вот такой бэйби стал. Бэйби-человечек. Бэйби-человечек. I don't see him. О-хо-хо. Смотрите, какой мини-человечек стал. Мини-человечек. Я не вижу тебя. Вот я рядом с тобой. А как ты стал таким монстром? А просто-просто надо там, где внешность, там ты видишь этого человечка с одеждой и с прической, там нажимаешь на него, и у тебя так. И ты можешь стать таким монстром, как я. Или другим каким-то.
Но я не вижу человечка с одеждой и с прической. Ну, да там, где внешность, пролистай немножечко вниз. Не вижу. Так, пролистай еще, еще там, где голова. Россия, нет, это пингвин. Дай, дайте, покажи, Филипп, демонстрацию экрана. Мне просто... А, есть пингвин, а есть, вот, вижу, все, вижу. Теперь я могу стать роботом. Кем-то. О, привет. Здрасте. 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 Ау, больно. Так. Я хочу... Филипп, может, тебе хочешь показать? А? Может, тебе хочешь показать, Филипп? Можно. У нас закончилось время, показываю быстренько и будем завершать. Ладно, все, всем до свидания, всем пока-пока. Мы продолжаем играть. Общаемся Филипп. В чате по-английски. Филипп, а? Ты видишь? Ты, Эстелла, ты будешь показывать или ты ему просто машешь уже рукой? А, у вас есть Discord. Все, всем до свидания. До свидания, ребята. Пока. До свидания. До свидания.